Здравствуйте, друзья! Вот получил несколько посылок из Китая. Сейчас буду их открывать. Так, начнем вот этой. Так, этого дыра. Так. Так, не могу достать его. Итак, вот такое качество. Я сейчас по одному из набора покажу и сделаю просто приемку посылки. А потом каждого воблера отдельно запишу обзор, чтобы это не занимало так много времени, эта распаковка. Итак, вот такой вот воблер. Он прозрачный, внутри шарики. Качество мне очень нравится. Здесь нет покраски. Это, я так понимаю, или покрашено изнутри, или это пластик такой, но все очень-очень красиво. Или оно так хорошо полаковано. Не знаю, но качество воблера отличное. И очень острый крюк. Вот такой вот воблер. Есть их несколько цветов. Вот такие вот цвета. Такой. Еще один вот такой. Итак, еще один набор. Их также здесь одинаковых несколько вариантов окраски. Сейчас один открою, посмотрим качество. И так же, как предыдущий, покажу только цвета, а потом сниму обзор каждого. Небольшой. Так, здесь уже есть краска, как я понимаю. Не знаю, будет ли она облазить и как быстро она облезет. Также есть шарики. Вот звук. Ну, качество мне нравится. За небольшие деньги неплохой воблер. Крючки также острые. Вот такой вот воблер. И расцветки такая. Такая. Ну вот и все. Всем спасибо. До свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь.